если интересуетесь садоводом, коллекционер плодовых, канал на Ютубе. Это Александр Лунев, ваш земляк из города Кропивницкий, Кировград. Но имеется в виду, что я с Украины родом. Много фото с его плодами, не влезающим в банку его саду. Я его просто нашел в интернете и не связывался. Вы хотели узнать по поводу черенков, если не передумали. Там сейчас минус 2, плюс 2. Так вот, я что хотел на это ответить? Я устал. Вот. Я уже ничего не ищу. Я просто говорю, если кто-то найдет сорта абрикосов крупнее моих, так, а это Украина, и, по-моему, все. И тогда получается, пожалуйста, доставайте. Как вы привезете ко мне, пришлете. Я из благодарности вам еще больше помогу, чем вы мне. А так вы мне дали, я буду у него звонить, писать, и тут окажется, что пока она доедет, 100% гниет в этом самом. А, месяц шла. А, черенки отправил в Финляндию. Шли месяц. Ответ такой, в полном пришли, в прекрасном состоянии. Но это исключение. На Украину пошлешь, через месяц-два, то есть он пошлет. Что придет? Вот. Мне нужно, чтобы кто-то другой, какой-то коллекционер, такой же, как он, Лунев, такой же, как Железов. Вот. Используя свои связи, возможности. Я, Железов, вот такие черенки, вот такие веники, прятал, знаете как? Я знаю границы. Проехали этот самый Харьков, граница с этим, уже с Белгородом российским. Я знаю, сейчас пойдут шарить, любому придираться. Увидят это вот, пока не заплачу им, украинцы, русские никогда не придирались. А украинцы придирались, и эти, что было, то было. Противно до сих пор тошнит. Вот. Но это было, это вот при мне, к любому цепляюсь. Мне не цепляюсь, почему? Я поступал как настоящий этот самый, как его называется, который контрабандист. Я подходил к этой самой, заходил, видимо, не один я так делал, к проводнице, давал ей небольшую сумму, говорю, вот пусть границу проедет у вас, вот этот веник с черенками. Все проезжал. А здесь я раздавал, мне столько не надо было. Если найдется такой человек, страна большая, и у меня появятся черенки с плодами крупнее моих, и он не останется в накладе. Вот. А так мне, вы мне посоветовали, мне даже в голову не придет Лунёву писать и говорить, я Железов, пришлите мне черенки. Я знаю, что придут дрова, даже если он порядочный человек. Одна пересылка чего стоит в плане сроков и прочее. На границе застревает на таможне.